В Барнауле задержали мошенницу, которая обманывала владельцев банковских карт Ханты-Мансийского автономного округа. Руки за голову! Руки за голову! Действовала мошенница по распространенной схеме. Звонила людям и говорила, что их банковская карта заблокирована в связи с мошеннической попыткой снятия средств. Для разблокировки человеку предлагалось сообщить немнимому оператору разовые пароли карты и ее содержимое. Таким образом, женщина обманула нескольких человек. И все это злоумышленница делала из Барнаула. При задержании полицейские обнаружили в ее квартире мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и денежные средства. По фактам совершения преступлений уже возбуждено 15 уголовных дел по статье «Кража». Правоохранители устанавливают причастность мошенницы к другим аналогичным преступлениям.